Я думаю так, мы сейчас переживаем определенный переходный период, когда власть, я не знаю в какой форме, получила какой-то карт-бланш от общества на то, чтобы как-то поправить дела. В данный момент, я думаю, что оппозиция как таковая, серьезная оппозиция, пока что не нужна. Посмотрим, как власть будет реализовывать свои проекты и свои, в общем, обещания. Если власть не справится, тогда эта сама власть будет очень сильно жалеть о той игрушечной оппозиции, которая была в лице этого же там координационного совета. Потому что на самом деле они серьезной оппозицией и не были. Они были игрушечной оппозицией. Поэтому все зависит от того, как сейчас будет вести себя власть, а сам этот координационный совет оппозиции, он потерял, значит, свой рейтинг, свой кредит доверия, который у него был. Исходя из этого, мертвого лучше не воскрешать. Вот так бы я ответил.